В это сложно поверить, но раньше Миста не был универсальным геем. Раньше он был обычным парнем, который носил дебильную шапку, но эта шапка была хотя бы без пениса. Он представлял из себя обычного парня с обычными интересами. Любил на кухне хуйню какую-то жрать, любил томатный сок, любил пиво пить, баб ебать, ну и если надо, мог и переебать, в общем-то. Что, впрочем, не всегда хорошо заканчивалось, потому что нередко Миста и сам получал, ну, пизды. И, знаете, несмотря на все это, Миста считал свою жизнь счастливой. Иногда Миста задумывался, в чем же смысл жизни? Однако ответа на этот вопрос он не искал. Не потому, что Миста не был философом, а потому, что Миста в принципе не был очень уж умен. У каждого человека есть своя отличительная черта. Например, Бруно очень красивый. Так вот, Миста был очень тупой. Но сам он этого не осознавал, и поэтому жизнь его была очень счастливой. И так бы он и жил своей спокойной, тихой жизнью. Но в один роковой вечер произошло то, что изменило его навсегда. В тот вечер Миста подыскивал себе тушку для долбежки. Миста. А, девчонки, люблю худых, ебу любых. Отвали, козел. А, блядь, тупые шалавы, ну и похуй. Чё там происходит? Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. Поняла? В этот момент Мисту переполняли странные чувства. Ему нравился Валентин Стрыкало, но не нравился этот мужик. Миста подумал о четверках, а каждый раз, когда он думал о четверках, он приходил в ярость. Да ты вообще знаешь, с кем ты связался, пацанчик? Сейчас я ему объясню! Две пули устремились в сторону Мисты, и тогда он понял, что сейчас то самое время, чтобы напрячь свои четыре извилины и действовать решительно. Ёб твою мать, меня стреляют. Хотя стоп, он сделал два выстрела. А два выстрела это не четыре. Значит, со мной все будет в порядке. Я даже не буду двигаться. Что? Пизда тебе, пацан. Не подходи, ублюдок. Отлично, он снова сделал не четыре выстрела. А значит, мне ничего не угрожает. Я прекрасно знаю, что делать в такой ситуации. Когда в тебя стреляют, лучше всего не двигаться. И тогда в тебя будет сложнее попасть. Ну, наверное, я так думаю. По-моему, так. О, отлично. Главное, что не четыре. Продолжай не двигаться, чтобы в меня не попали. Вроде бы работает. О, я смотрел фильм «Матрица», и там пули двигались точно так же. Ну ладно. Миста пристрелил всех этих бандитов. Это была невероятная удача, но дуракам везет, так ведь? Лишь один вопрос теперь его волновал. Нахуй я это сделал, блядь? А спонсор сегодняшнего видео паблик ВКонтакте Гроб Дио. Смешные мемы, у них там еще розыгрыш какой-то. В общем, ссылка в описании.